Когда тебе кажется, что прям хочется отомстить, тебя злость распирает, несправедливость, и когда тебе хочется какое-то восстановление этой справедливости. И если я начинаю, это личное, у всех вообще свой организм, надо себя слушать. Лично я чувствую, когда я начинаю идти за этой местью или злобой, или завистью, или я больше теряю, чем приобретаю.